Да, я играл с чемпионом мира Веселином Топаловым из Болгарии. И это один из моих любимых шахматистов, это один из самых сильных гроссмейстеров современности. И партия складывалась очень напряженно. В дебютной части каждый боролся за инициативу. Мне кажется, что я сумел получить преимущество прорывом в центре, а потом он ошибся, и надо было выиграть выигранную партию. И не только потому, что он выдающийся шахматист, поэтому немножко волновался, но в итоге все закончилось хорошо. Второй чемпионат. Первый я играл 4 года назад, это был чемпионат мира по блицу. И вот второй раз удается встретиться с такими выдающимися шахматистами. Это большое счастье, большая радость.